Celana, next escape from Greece, Christoglakos and Bradley Yeager. Вторая пара представляет Грецию, Христогулакос и Брэдли Ягер. Ну, а я напоминаю вам итоговую сумму эстонской пары 24,22 балла. Представляют Греции Кристо и Брэдли, тем не менее, и партнер, и партнерша появились на свет в Канаде. Он в Оттаве, она в Монреале. И больше того, Брэдли до 2006 года представлял Канаду и на международных соревнованиях. В 2007 году уже имел опыт выступления на европейском первенстве. И тогда пара, составленная из Христогулакос, простите, это она имела опыт выступления на европейском первенстве, а вот Брэдли Ягер выступал за Канаду и тогда еще просто не успел получить спортивное греческое гражданство. Так вот, с Эриком Нойманом Обишоном выступала Криста на чемпионате Европы 2007 года, но особых успехов пара не снискала, завершила соревнование на 26-й позиции. Но пробилась, тем не менее, на чемпионат мира. 28-ми тогда закончили выступление Криста и Эрик Нойман. Ну, а начиная с 2007 года, партнерша сразу после окончания мирового первенства того сезона встала в пару с Брэдли Ягером. И сейчас представляют Грецию эти партнеры, хотя греческие корни есть только у партнерши. Он так и вовсе канадец по происхождению и даже, возможно, и по паспорту, тем не менее, представляет европейскую страну. Поменьше задора, на мой взгляд, было у представляющих Грецию по сравнению с эстонской парой спортсменами, и это отразилось и на оценках судей. Довольно много уступили греки.